надеюсь, восстановят его. Там до кого? Телевизор выбрали на ремонт. Ремонт не устраивает. Цена, да, надо вернуть аппарат сейчас. Ну, а что мастер говорит? Мастер просит стоимость телевизора. Ремонт зачем нужен? Я отказываюсь, соответственно, договору в соответствии. Отказываюсь, а договора нет? А? У вас нет договора такого, что ли? У меня есть, но в базе. На каком основании? За диагностику и курьерские услуги. Курьерские услуги где написано? Курьерские услуги написано? Сейчас, секундочку, у вас технику забирали или как? Технику забирали. Где услуги и курьерские написаны? 500 рублей максимум написано. Сейчас, секундочку. Это в зависимости от того, от чего? От 250 до 500 рублей. От чего зависит? Какая разница, где находится? Написано 500 рублей максимум за доставку. Откуда 4400? 1200 рублей стоит диагностика? Согласно диагонали. И плюс 500 рублей я готов заплатить за то, что он приехал, забрал. Откуда забирали, расскажите? Совхозной. С улицы Совхозной. Улица Совхозная, Краснодар. Что не совпадает? Просто 3200 за курьерские услуги. Ну, на каком основании? Я не знаю, почему так. Ну, вот договор у меня на руках, мне надо забрать. Мне сказали, что если не будете, доставка вам не нужна, то я сам приехал забирать. Вы же в компании Честер работаете, правильно? Вы же в Честере работаете? О, Бруно, да? Аппарат-то здесь? Какие-то сложности? Сложности какие-то? Ну, сейчас уточняю по вашему заказу. А что уточняю? Ну, сколько у вас оплата, точная сумма, почему... Вот же договор, я же вам показал договор. То, что вы там требуете, это уже незаконно. Ну, я же сейчас и уточняю по этому. В чем проблема? Нет, проблема в том, что вы мне даете товар согласно вашему договору и требуете я больше. Я вам его как минимум отдам после оплаты. Нет, я 1700 рублей, я говорю, прямо сейчас отдам тебе, нет проблем. Ну, я понимаю, сейчас уточняю, почему 1200 диагностика дали.
500 рублей доставка по городу. Ну, сейчас, ну, я уточняю, почему 3200 взять. Сейчас решаем. Ждал ответа. Вы хотя бы покажите, что он здесь телевизор. Вынеси, да. Я номера я проверю. Не могу выносить. Я на нем проверю номера. Угу. Что он соответствует тому, что я сдал. Вы проверите обязательно, после оплаты. Я вам его вынесу. Сейчас пока подождите.
Сделай громкую связь, что зачем мне это? Громкую связь. Алло? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы можете, пожалуйста, выйти на улицу, чтобы я до вас дозвониться мог. У нас внизу, к сожалению, не ловит. Я с вами могу сейчас поговорить? Я вас очень плохо слышу. Ну, если хотите, давайте попробуем. Давайте. Вас как зовут? Вы кто? Виктор Сергеевич, сервисный инженер. Какой компании? Компания, в которой вы сейчас находитесь. Справа от вас находится уголок потребителя. Можете повернуться, ознакомиться. Ну, вы, то есть вы в Честере работаете, правильно? Ну вы там, может, вы там не работаете, откуда я знаю? Вас тут нету. Вы сдаете оборудование в организацию, можете открыть отпёрки. Я не знаю, кто вы, в этом-то и вопрос. Я вас и спрашиваю. Вы сотрудник компании Честер? По номеру телефона, который указан у вас в акте под печатью организации. Вы сотрудник компании Честер? Я представился вам и сказал свою должность. Вы не сказали, где вы работаете? Так, слушаю вас. Какой, почему мне телевизор не отдают? Потому что вы не оплачиваете. Почему? Я здесь стою, пришел, готов оплатить. Сумму я молодому человеку назвал, согласно договору. Ну, оплачиваете, и вас заберут. Кого заберут? Он, наверное, не понимает, о чем мы говорим. Оплачиваете, вам выдадут вам. Сумму назвали 1700 рублей. Алло. Алло, кто назвал? Я назвал согласно договору. Согласно договору, да. Но у вас дополнительная страховка вашего оборудования. Какая страховка в договоре? В договоре этого нету. Какая страховка? Курьерская служба рассчитывается в зависимости от местоположения. Вы, наверное, не понимаете немножко. У нас с вами заключено. У нас с вами заключен договор, где написано 1200 рублей диагностика в случае отказа и 500 рублей максимальная стоимость доставки по городу. Я готов оплатить 1700 рублей согласно договору. Какие проблемы? Я не вижу здесь ничего сложного. Хорошо, подскажите, пожалуйста, вам нужно было без страховки так подписать? Я про страховку вообще не в курсе, ее в договоре нет. О чем вы говорите? Поэтому у вас чуть дороже получается доставка с учетом страховки. Но я его сейчас осматривать буду в любом случае при получении. Если с ним что-то случилось, будем составлять акт. Ну, нет, вы мне сейчас скажите, пожалуйста. Если вы хотите оплатить без страховки, я возьму страховку и оплачу сам. Пожалуйста, оплачивайте. Состояние техники может ухудшиться при транспортировке. Так, здесь телевизор-то, я что-то не понял. Да, это должен тут быть. Давай, мастер, пойдешь, ты посмотришь, если даже не знаешь. Вот мастер разговаривает, сервисный инженер. Я не знаю, тут он сейчас или нет. Ну смотрите, если что-то не так с телевизором, если не совпадает номер или какие-то повреждения, то вы берете ответственность на себя. Про страховку в договоре ничего не сказано. Вы оплачиваете страховку. На каком основании-то? Вы мне объясните, на каком основании страховку вы из меня вымогаете? Я его спрашиваю. На каком основании вы с меня требуете страховку? Ну, диагностику я плачу, доставку. Ну, в случае, если вы не согласны с этим, вы меня... выдать вам оборудование без страховки. Соответственно, про страховку, молодой человек, вы страховку почему при... На каком основании ухудшится, если вы мне сейчас набалтываете страховку, которой даже в договоре нету? На каком основании? Давайте вызовем участкового, составим акт. Хорошо. Не проблема, можете вызвать. Хорошо, вас... Так, проверь, пожалуйста, телевизор здесь, прямо сейчас на месте осмотрим, платим. Вы только что закрыли. Где дальше? Ну задай вопрос человеку, тут телевизор или нет? Я говорю, ну вот девушка сейчас выходила. Я понимаю, ты заходишь в Ринзон и выдаешь товар. Причем тут ваш техник? Ты сейчас заходишь. Кто выдает? Хорошо, кто выдает? Я хочу осмотреть сейчас телевизор. Смотрите, я сейчас стою в ремзоне, в пункте приема, хочу осмотреть телевизор и оплатить его. Так. Все, вопросы. Какие вопросы? Мы хотим оплатили, чтобы вы и забрали оборудование. Так вы покажите, что оно у вас. Почему я должен оплачивать то, чего я не вижу даже в глаза? Так вы оплатите, пожалуйста,
у вас акция на передаче техники присутствует, чтобы сдали в организацию. Значит, оборудование находится в организации. Печать это предоставлено вам. Акт приема передачи, давай почитаем вместе. Подождите, сейчас, секундочку, что вы мне там дали? Акт приема передачи. У меня договор на руках, какой акт приема передачи? А? Договор это с условиями акт приема передачи. В левом верхнем углу у вас написано. Что написано? Акт приема техники, сервисный центр, это что? У вас написано договор номер такой-то. Техника сейчас находится в сервисном центре. На Коммунаров 270 корпус 1? То есть, если сейчас я оплачиваю 1700 рублей, его выносят? Правильно? 1700 рублей оплачивать, подскажите, просто вы сами решили это платить столько? У меня договор на руках ваш, еще раз объясняю. Что? Ваш договор у меня на руках, тут все написано. Откуда вы там 4400 взяли, я не понимаю. Давайте 1750 рублей оплачивайте, пожалуйста, хорошо, и забирайте оборудование. У меня нет времени на вас, соответственно, только тратить. Согласно претензию, пишите, в течение 10 рабочих дней ответ получите на нее в письменном виде. Хорошо, то есть все, я сейчас оплачиваю 1700 рублей вам, вы у меня отдаете технику, да, правильно? Я сейчас технику получу? Да. Все хорошо. Да, еще раз повторяю. Все. Хорошо, я сейчас оплачу вам. Наличка перевод. Терминал. У меня карта. Наличка либо перевод. А на каком основании? У тебя кассовый аппарат есть? Есть, он не рабочий. А как ты мне будешь давать документы о том, что ты принял у меня деньги? Вы незаконно работаете, я что ли? Сейчас вот распечатаю. А что ты мне распечатаешь? Какой документ ты мне распечатаешь? Кассовый аппарат, кассовый чек из кассового аппарата должен быть. Вы должны принимать фискальные чеки. Я даже отсюда не могу вам давать чеки. А на каком основании я должен принимать перевод? У вас даже кассы нету здесь. Я вам могу только отсюда дать кассовый, я вам отсюда возьму чек. То есть там фискальный чек будет оттуда? Конечно. 1700 рублей, правильно? Конечно, что там? И сейчас я после оплаты, ты мне выносишь телевизор мой. Пиши, куда переводить. Прямо здесь. Куда переводить деньги-то я должен? Вот здесь мне напиши, что 1700 рублей. Почему 750? 50 рублей откуда появились? Давай еще раз. Сейчас. То, что он там полковник лично сказал, это как бы снял спрос. То есть вот эти товарищи, Артем Тимурович, принимают деньги на счет оплаты согласно договору, правильно? Вот, вот этот Тимур, Артем Тимурович, а он кто вообще? Я даже тут ни такого фамилии нету здесь. Кто это вообще? Кому я деньги перевожу? А где написано? Документы есть какие-то на управляющего? Тут вот есть где-то, нет документов? Потому что на управляющий. Я кому деньги перевожу? Мне просто непонятно. Потому что вы мне сейчас вообще не телевизор вынести, а... Я вам сейчас все вынесу. И телевизор, и дам документы. Хорошо. Я перевожу. И мы все. У вас же 1700 рублей. Правильно? Сейчас, секундочку, уточняем. Если ты мне говорят, что... Мы давай с тобой вместе договор почитаем. Сейчас. Я же не с потолка цифры беру. Какую? 1700 рублей. 1700 рублей я перевожу на карту Артема Тимуровича, да? Согласно договору. 202, 110, 25, 19, 25 октября.